Очень давно, 150 миллионов лет назад, на Земле жили динозавры. Некоторые из них были огромных размеров, другие же размером с собаку. Перемещались они на двух или четырех лапах. Динозавры умели плавать, а некоторые даже летать. Делились они на свирепых хищников и боязливых травоядных динозавров. Давайте же рассмотрим некоторых из них. Диплодок. Диплодок – это один из самых больших и один из самых длинных динозавров. Его длина равна длине трех автобусов. Отличительные особенности диплодока – это длинный хвост и маленькая голова. Трицератопс. Высота этого травоядного динозавра достигала 4 метров. На голове расположены 3 рога, с помощью которых он отпугивал хищников. Стегозавр. Размер стегозавра немногим больше слона. При этом его мозг размером с грецкий орех. От хищников он защищался с помощью хвоста, на котором расположены длинные шипы. Тираннозавр. Тираннозавр – это один из самых огромных хищников на Земле. Его высота достигала 14 метров. Передвигался он на двух конечностях, а с помощью хвоста держал равновесие. У тираннозавра очень мощные челюсти с огромными зубами. Птеродактиль. Эти летающие динозавры господствовали в небе. Существовали как маленькие птеродактили размером с птицу, так и огромные размером с корову. Мелкие питались насекомыми, а большие охотились на рыбу и ящеров. Велоцираптор. Велоцираптор – это маленький хищник высотой всего 0,5 метра. Велоцирапторы из-за скромного роста охотились небольшими стаями, атакуя жертву своими длинными когтями. Плезиозавр. Плезиозавр – это огромный динозавр с длинной шеей, который жил под водой. Вместо лап у него были ласты, с их помощью он легко маневрировал в воде. Охотился на морских рептилий, акул, а также на других плезиозавров. Динозавры доминировали на Земле во время юрского и мелового периодов и вымерли задолго до появления первого человека, поэтому никто их вживую никогда не видел. Если вам понравилось наше видео, поставьте лайк